мы добрались по очень лесной дороге, мимо полигона. Вот, вернее, через полигон, через КПП нас все-таки пропустили. На берег реки Обь, в Копорскую пещеру. Сейчас попробуем найти вход по GPS-координатам, что всегда само по себе просто забавно. Обрыв, да, похоже на него. Тропинка, да, какая-то здесь идет. Вопрос, куда она приходит. Радует, что сейчас растаял снег. Иначе мы бы тут могли очень даже круто полететь. Впрочем, и без того можно. Немного поплутав по тропинкам, мы все-таки вышли к предполагаемому входу в пещеру. Снег не тронут, стаял. И следов, в общем-то, нет. Никаких. По дороге мы сюда ехали. На машине нас встречали лосиные следы. А здесь мы видим следы какого-то зверя, лисицы или еще кого-то, идущие на вход в нашу пещеру. Так что мы там будем не одни. Вход найден. Сейчас принесем вещи и пойдем вовнутрь. Пещеру мы нашли, ура! Забавная, конечно, погода. Сейчас январь. И мы видим растущую травку-муравку. Не традиционные сосульки, а прямо какую-то траву, которая растет через снег. Что, конечно, впечатляет. Ну, вот где-то там река Обла. А вот прямо там где-то наша машина. Ну, я думаю, что без полного привода все-таки сюда соваться не стоит, потому что, конечно, на легковушке до сюда, по крайней мере, в это время года, не доедешь. Ну вот, пока ходили на разведку, еще заметили, на мой взгляд, бобров, которые очень хорошо погрызли дерево толстенное. Это точно бобры. Вот такие вот деревья. С туртовиками поросшими. В общем, дремучий-дремучий лес. Посреди него дыра. А в дыре какой-то зверь мелкий. И еще скоро будем мы. Переодевшись и закрыв машину, мы выдвинулись. Казалось, мы чуть-чуть проехали. И более пологая тропинка проходит чуть ближе. Да. Здесь вот у нас везде были следы каких-то зверей. Вот, мы ехали прямо по лосиному следу, который сюда вел. Однозначно копыта, однозначно 4. В общем, кроме лося больше тут некому такие следы оставить. Тут какой-то лагерь, видимо. Люди с ночевкой приезжают. Это еще очень хороший спуск, Наташа. Видите? Помнишь, я чуть не свалилась. Да, ты еще. Что ли еще будет? Ну, еще хорошо, что у нас нет снежка и литка. Потому что со снежком и литком, конечно, спускаться было бы еще тяжелее. Страшно. Хотя резиновые сапоги почти не скользят. Да? Да, в общем, резинки сильно лучше по пересеченной местности, нежели чем мои туфельки. Мало того, что не мокнут. Это-то как раз не самое страшное. Значительно приятнее, что они не скользят. Да. Деревца очень облегчают спуск. Я вот туда так перета. Где дерево? Кто вам спорт дерево? Тошно. А где вход в пещеру-то? Вход в пещеру ниже. Еще далеко? Нет, уже вот. За поворотом. Вот она. Пещера. Да, зимой здесь никого не было. Зимой мы первые. Я не хотела, что ж, давай-ка попробуем залезть вниз. Да, конечно.
Да, тут течет ручеек. Прямо вовнутрь. Вход грязный. Грязный? Да. Вот будет грязный. А вот и наш Юра. Это важный покоритель. А там и походить можно? Пока попробуем посмотреть карту. Что тут у нас? Пещера Карповская. Вот он у нас вход. И вот они у нас дальнейшие проходы, по которым мы выдвинемся дальше. Вот и наша мама. Я не пролезу. Ползком. На ногах не войдешь на корточках, надо ползком. Или попник подстели, как я сползал. Замечательно. Попник, который висит у меня на уровне. Ну, я его специально опустил. Слушай, ладно, я так все это наклеку. А там можно ходить уже? Нет. В смысле? Ну, в смысле, надо дойти до нас. Тогда будет можно. Ой, грязь-то какая, мама дорогая. Угу. А я краником. А тут ручеек, видишь, затекал в пещеру. И вот от того, что затекал ручеек, немножко грязноватенько. Я кто тут батя? Я тут батя. Ну что ж, выдвигаемся в путь. Подожди, ребята, а где можно ходить тут? О! Все. Ребят, а где вы вещи оставили? Здесь все оставили. А мы здесь я думаю, оставили? Что здесь их можно, да, абсолютно смело оставить. Ты же они не имеют, они нормально лишь, можно? Угу. Доверять-то. Ну, так тебе сказать, тут кроме лосей, по-моему, всю зиму никого не было. А где? И, а лоси здесь могут быть? Ну, ты же видел, дорога не проезжая, следов на ней нет. Нет, нет, Миша, а ты имеешь в виду, что лоси могут здесь быть? Нет, здесь могут быть лисы. Здесь могут быть лисы. Зачем? Красиво. Да, давайте посмотрим, что вот здесь. Давайте. За маленькие проходы. Здесь должны быть небольшие такие закутки. Да, о, какая. Какие красоты. О, обвал явно был. О, и первая бабочка. Вот она, наша первая бабочка. Да, о, я вижу. Комариков каких-то, что ли. Такое впечатление, что много давленных. Странно. Где бабочки? Бабочки здесь. И здесь же куча всяких насекомых. Это, по-моему, линза называется, да. О. Глиняная линза. Ух ты! Нифига себе. О, да. Большой зал. Красиво. Ух ты, да. Надписи. Костя. Вип. Угу. Свечки. Куча свечек. Вот и какой большой красивый обвал. Да, большой красивый обвал. Тут где-то надписи еще, говорят, остались с того, как тут партизаны скрывались. 41-го года. Садко 1990-й, да. Чего видишь? 2016-й, слушай уже. О, значит, все-таки в этом году кто-то был. 2006 я вижу, где-то нашел 16-й. Вот. Шестой. Это нолик. Кроты. Какие-то телефоны, номера. Какая роса красивая. Блестит. Прям таки блестит. Красотища. Ух ты, какие сосульки или что это? Или паутинки? Скорее паутинки, тут тепло. Ой, а не сосульки? Нет, не сосульки. Это вот те самые паутинки, которые мы уже видели, но в меньшем количестве значительно. Что это такое, не совсем понятно. Очень так красиво. Да. Вот это интересно. Дима. Неожиданно. Звездный зал это называется. То, что мы прошли. Ух ты. Тут вода. Да? Нет, все резиновые. Они глубоко. Да. Нормально, вполне. Вот, смотрите, пещерный свинтус. Да, вот такая вот водичка.
Кстати, достаточно прозрачная. Пещерный свинтус. Или это летучая мышь. Или это кот. Даже непонятно, что это такое. Это куби. Какая красота. Да, пещерный кот или свинтус. Я даже не знаю, кто это. Такой большой. Интересно. Такие, как вулканчики прямо на потолке. Мокренькие. Идем, придем аккуратно по воде. Там вода. Мышка летучая еще одна. Вот они. Пошли летучие мыши. Вот одна спит. Крохотуля. Вон еще одна. Аккуратно стараемся их выводить. Вот такие вот пески. На уходе летучие мышки. О, еще одна. Прямо на стене. Ой, низко сидит. Да, вон еще одна. А вот смотрите, как низко, да? Ух ты! На мне это что? Угу. Слушайте, вообще... Ой, видишь, там танк нарисован. Танк. Да, в общем, мы сейчас гуляем по некой амебе. Мы были здесь в последний век жизни на Земле. Прелесть. Ничего себе. Последний век жизни. Оптимисты. Этого мы не забудем. Бомжи дорог. Тут мотоциклисты собираются иногда. Что-нибудь подгоняют? Да. Устраивают вот танк, действительно. Да. 2015 год, танк. Видишь, тут личинка чья-то. Да? Это что? Это слизень. Причем он живой, видимо. Даже не в анабиозе, или в анабиозе, не знаю. О, еще летучая мышка. Где? Вот прямо здесь. А где она? О, получилось. Ух ты, водокап. Вот откуда эта вода взялась. Это пеньки. Ой, какая красота. Такой обвал живописный. И вот водичка, она капает, да. Вот прямо видно откуда. Вот где-то здесь она просачивается, тает и, видимо, проходит вниз. За оттепели. О, тут летучая мышка. Очередная. И вот такие следы остаются от капель. Вот до кап. Вообще, Юру, можно посмотреть. В таких местах бывает можно найти пещерный жемчуг. Так называемый. Начинают образовываться сталактитики, сталагмитики, да? И такие, как бы, забавные формы попадаются камушки. Вот в таких местах, куда капает водичка. Ну, будем считать, что вот это. Держи. Да, какая интересная. Блестящая какая-то. Что-то блестит. Я бы не сказал, что скользко уж так. Ладно, тихо, тут мыши. Живописная плесень. Ой, ну вот это уже не понятно. Что это такое? Кто-то спал? А, Лугашиномонтаж Победа. Миша, а что это такое вообще? Не знаю. Одеяло, может быть, такое. Да. Так хорошо. Миш, здесь белый спелеолог. Да? Да. Да, вот она и могила белого спелеолога. Да. С журналом здесь беда. Я бы сказал, что все. Он просто уже развалился. Кто? Журнал. Да. Вот сколько монеток. Слушай, а денег-то сколько? Да. Прям клад. Настоящий клад. Ну, какая красота. Медальки, шапки. Стекло или даже не стекло.
Ого. Ну, думаю, что да. Но красивая. Журнальчик надо подновить. И с ним уже все ровно. Девочка, солнце, 30, 2009 год. Какой белый песок. Белый кварцевый песок. Да, тут что-то желтенькое такое. Железо какая-то. Видимо. Желтого-желтого железа. 2007. Саня, Егор, Серж. Настя, краской. Или даже кровью. Найти бы раритетную надпись. Ух ты. О, летучая мышка. Да, вот кто-то тоже явно кровью мазал стены. Скорее всего, кетчуп или красная краска. Ой. Ой, да, ничего себе. Какая она желтенькая. Пушисто-желтенькая. Я бы сказал. Да, странно желтенькая. О, какая банка тушенки старая. Передать информацию о пробке. Гриб? Ух ты. Ну, это. Да, смотрите, точно. Еще один. Непонятный. Какой непонятный, да? Как-то лежит так странно. Еще один гриб. Пещерный, непонятный, неведомо никому, что это такое. Странный гриб. Гришка от газового баллона. Какие-то следы непонятные. Вот эти червяки какие-то ползали. Что тут у нас? Ух ты! Ничего себе, посмотри, как светится все. Да, тоже нависло паутинки эти странные, да? Непонятно, чьи паутинки. Угу. А вы знаете, это не паутинки. Это может быть грибница от гриба. Вот тут видно такие прожилочки. Прямо на камушке. Типа ниток. И вот они и свисают. Ой, сколько тут комаров. И они живые. Они тут вовсю летают. Ничего себе. Забавные животные. Ира 2012. О, смотрите, какая прелесть. Да, какая живопись. Светите. Прям такие духи. И тухи выступающие стен. 9-й А, да. А там тупик. Знаете, там уже тупик. Чё это такое растет? Непонятное. Травка какая-то. Офигеть, действительно травка. Грибочков нету? Не знаю, может это грибок. Фигляна, травка-то в темноте делает полный. Чего? По кругу ходим. Ух ты. Ну, я действительно, хотя же вижу. Ну, какие водоросли в пещере без света? Кто знает. Вот да. Интересно, какая-то жизнь. Жизнь без света. Ну, бывают, наверное, какие-то виды. Может быть, кстати, это знаешь, Юр, может быть, это бактерии. Вот что думаю. Скорее всего, это колонии бактерий. О, бабочки плавают, ничего себе. Да, красиво забилась летучая мышка. Ой! Угу. Ну, живописно спряталась. Какой носик. Угу. Червяк. Да, дождевой червяк. Ну, дохлый, конечно. Видимо, кто-то шишки. Кого-то съели, да. Шишки, да. А, кстати, белка. Это реально белка.
Белка грызла шишки. Тут норка есть. Пещерная белка. Да, какие-то мыши тут. Знаешь, нет, это не белка. Я думаю, Юра, это мыши. Это реально пещерные мыши. Обалдеть. Пробрались сюда, и те, кто тут живут. О, 901. А не 91? Не знаю. 81, может быть. Больно хорошо надпись сохранилась для такого года. Такая лохматая. Полигон Данилюк, Леха, Танюха, Гога, Надя, Таня. Ух, я тут. Страшно без меня? Да. Мы без себя не можем. О, Новгород. Ага, а вот он пень. Как отмечено, так и есть. Пень и водокап. Ух ты. Ничего себе, какая красота. Пошли так. Я думаю, это еще хлеб пыляется старый. Нет. А это камни? Такая вот интересная разноцветная глина. Не знаю, взять что ли на сувенир? Какой-нибудь пакет завернуть полиэтиленовый. Будет дома классно смотреться. Тоже какие-то красные следы. Красная глина. Ира 2012. О, как прокопана. Какая дырка. Там какая-то непонятная выемка. А это что такое черное? Ух ты, смотрите, какое чудо я нашел. Ничего себе. Это слизень такой. Я вообще думал вначале змею какую-то здоровой. Спалец. О, еще один череп. О, какая красота. Это где? Вот этого черепа я не видел еще, да. Ну-ка. Красивый череп. О, да, красиво смотрится. Да, подсветка. Класс. А это что такое? Корень? Валечка плюс Юра. Да, Валечка плюс Юра. Юра, с кем это? Ты с какой Валечкой здесь была? Да-да-да, осознавайся. О, какая толстая. И тучная мышка. Толстая-толстая. Все, какие ходы над понарыты, да? Да. Вот ходов я раньше не видел никогда в пещерах. Вот, конечно, мыша. Да, корни. Ага, а вот та, что я еще видел. Смотрите. Какая красивая штука непонятная. О! Плесень, не плесень. Гриб, не гриб. Пиши, тут еще фейс. Что-то непонятное. Что это? Грибы, плесень. Что это вообще такое? Плетина. Нет. Это какая-то интересная штука. Либо плесень. В общем, скорее все-таки это грибы. Какая-то их версия. О! О, что это такое, не совсем понятно. Уже какая-то стенка заваленная. Ну, в общем, да, пещерка маленькая-маленькая. Тут даже были перчатки. Кто-то что-то пытался копать. Предлагаю тут разбить лагерь. Покурить, передохнуть. Потом, может быть, еще чуть-чуть погулять по пещерам и, собственно говоря, выдвигаться в обратную сторону. Ну что ж, на самом деле мне очень понравились такие милые, маленькие, но очень уютные пещеры. Но это, пожалуй, реально самые маленькие из тех, которые мы видели. 400 метров ходов, даже не знаю, есть тут 400 метров ходов или нет. Да, ну тут везде стоят свечки, натеки, в общем, все как всегда. 1980 какой-то год. Да, красота. Щенник, конечно, красотища. Но здесь вот явно полили костры партизана. Это что, темное? Да, темное, это темное. Всегда это копоть. Это полили костры. Mm.
жар идет, да, видно с моего угла, вот там тень от жара. Ой. Поднимаются красиво. Эти штуки. Интересно, эти карповские пещеры находятся где-то посреди полигона, можно так сказать, в Курской области. То есть нет, он, конечно, чуть дальше полигона проезжая, да? Но, в общем, место такое. Найти очень непросто. Если прошлые пещеры, в которые мы бывали, в общем-то, может найти просто элементарно каждый, то тут реально придется подзапариваться. Я попробую нарисовать карту, чтобы люди понимали, где находится проход. Вот. Если не знать GPS-координаты, тут не догадаешься, по какой тропинке. Ну, подъезд на самом деле есть на машине, прямо можно сказать до места. Но, правда, конечно, полноприводный. Причем прямо-прямо до спуска к самой пещере, то есть до склона, до берега реки Обла. И вот оттуда уже можно, соответственно, спуститься и дойти. Пещерка маленькая, видимо, не очень часто посещаемая, ну и достаточно уютная. Мне кажется, что за зиму, за это, по крайней мере, мы тут точно первые. Вообще, когда пещера много лет стоит вот так вот, да, вот те вот образования, которые вот накапывают, да, там вот прямо на дне образуются такие маленькие жмучки. Ну, соответственно, здесь такая толпа людей ходит, что 100%. Что все уже до нас. Ну, все уже забрали до нас. Пещера Карповская. Вот. Маленькая, красивая, уютная, но добираться в нее, конечно, непросто. Потом я все-таки приложу карты, вот, которые, по которым будет более-менее понятен проход. Потому что сначала мы ехали через полигон, упросили там нас пропустить, вот и проехали сюда. То есть можно ехать с другой стороны, и вроде как там нету никакого шлагбаума и полигона. Но вот с этой стороны, если напрямую из Питера ехать более коротким путем, то есть прямо из Луги выезжать, то, к сожалению, стоит шлагбаум. Хотя, разумеется, никакой GPS его не показывает. Типа можно проехать, все. Вот, а на самом деле это действующий полигон, который охраняют военные, стоит шлагбаум и никак. Вот, дальше, соответственно, от вот этой полигонной дороги, которую можно так окрестить, полигонной, не совсем полигонной, потому что с другой стороны, вот некий серебряный, по-моему, поселок называется. Вот. Или серебряный, как-то так. Вот от него вроде как, соответственно, никаких шлагбаумов и кордонов до этого места нет. Вот. Чтобы пройти в саму пещеру, надо вот с этой основной дороги еще повернуть, соответственно, на, получается, если ехать со стороны Питера, то есть через Лугу, через шлагбаум, то налево, а если через Серебряное, то направо, на отворотку в сторону реки Облы. И вот по этой самой отворотке можно добраться уже непосредственно до самой пещеры. Добраться можно, конечно, только на полноприводной, по крайней мере, в такую погоду можно добраться только на полноприводной машине. Достаточно крутые спуски и подъемы, и они достаточно скользкие. Там, конечно, на недоприводе здесь явно не поедешь. Но, в принципе, полный, то есть достаточно обычного паркетника, чтобы сюда проехать. А так, в принципе, можно машину оставить на самой полигонной дороге, и можно сюда дойти ножками около 1,5 километра пешочком. Ну что ж, немножко расскажем о наших ботинках. Пещера была частично затоплена, потому резиновые сапоги нам очень здорово помогли. Вот. Не то чтобы очень грязные полы, но сюда, конечно, лучше ходить в резинках. А у тебя очки не запотевают? Нет. Кстати, да. Разница ведь температуры не такая большая, как была в прошлые разы, да? У нас. Потому как-то даже техника, фототехника не так запотевает. То есть, когда там минус 20 или минус 10 снаружи, а тут плюс 10, вносишь, сразу камера запотевает. А сейчас разница не такая большая. Тут явно плюс, конечно. Причем хороший, правда, на улице тоже плюс. Ну, там 0, плюс 1. Вот. Удивительно, что все это происходит в январе. Практически сошел весь снег, да? Хотя вроде конец января. О, а вот и наша еда. Вот она, наша полевая кухня. Количество блинчиков сократилось. Настроение улучшилось. Сейчас я тут губки накрашу, пробки выщипаю. Вообще-то здесь действительно где-то есть вторая пещера на другом берегу. Потому что сейчас, конечно, мы уже искать ее не пойдем. Но сейчас уже темно. Уже стемнело, да. Сейчас уже постанет солнце. Может быть, вернемся сюда летом и тогда попробуем найти эту пещеру. Ну вот, мы поели, убрались. Я оставляю карту,
пускай все-таки здесь будет. Мало ли кому пригодится. И, собственно, отправляемся к выходу. Слушай, мне вообще туда пойти, лезь ты. Надо ползком. Я не могу, блин. Ну, может тут остаться жить. И вот он выход. И пещерная Наташа, которая будет теперь здесь, видимо, жить. Поскольку она не может выйти. Да, тут еще очень красивый мох. Такой зеленый. В капельках. На удивление красиво. Да, красота. Да и только. Ну, очевидно, Наташа все-таки передумала и вылезла из пещеры. Это же в грязи должно быть красиво. Да. Вот мы и вылезли. Да, вот такой у нас открывается вид. Такое вот дерево. В общем, настоящее урочище. А вот где-то там, на той стороне, находится вторая пещера. Но сегодня мы туда уже не пойдем, ибо темно. Ну что ж, выдвигаемся в сторону машины. Нам еще отсюда выезжать. 4 на 4. Да, кстати. Что? Может оказаться не так просто. Вот в этой вот горе, вот это вот все внутри, мы сейчас оползали. Кстати, очевидно, мы даже ходили под нашей машиной, которая стояла сверху. Думаю, что да. Вот такой подъем нас ждет. Господи, и это январь месяц, конец января. Удивительно. Такое впечатление, что как будто весна. Да, эта пещера считается относительно безопасной в плане обвалов. Потому, несмотря на воду, мы пошли. Везде зеленый мох. Прям как будто попали в лето. Все зелено-зелено. А ведь действительно январь. Ну вот, мы вернулись на эту стояночку. И еще немного дойдем до нашей машины. Вот у нас здесь цивилизация. Дорога. Ну что ж, а сейчас будем переодеваться. Приступаем к переодеванию и превращению в белых людей опять. Не успели мы поснимать, как мы ехали сюда. Снимаем, как мы туда уезжаем. Дорога, в общем-то, конечно, проходимая, но я бы не сказал, что она такая уж легко проходимая. Но опять же, это вот уже за поворотом. Сейчас мы повернем направо в сторону выезда, откуда мы и приехали, прямо по нашим следам. Она уже получше. Другое дело, что по зиме, если ехать, сейчас будут горки и склоны. Ну, как следствие, горки и склоны можно преодолевать только на полном приводе, ибо скользко. Видишь, в неполном буксовать. Мы сюда ехали с подключаемым, он включался и активно работал. Вот они уже. Не сказал бы, что они мелкие. Помимо этого мы сюда ехали прямо по овощевым следам. Сейчас их не видно, но они вот начинались прямо от дороги, от основной полигонной, и шли дальше. Да, на одном из спусков я заметил достаточно неприятную колдобину. Скатываешься вниз и попадаешь сразу в большую колдобину. Потому спускаться нужно сейчас аккуратно, потому что был спуск во вражек, потом подъем обратно. Вот сейчас, видимо, опять будет эта самая ужасная колдобина. Вот она, вот там вот, внизу того самого овражка. Маршрут изменился. Сейчас я боюсь, что без полного привода будет уже не выехать. Вот колдобина, как я говорил, неприятная, перекопанная. Ну, ее только вот так вот преодолевать. Сейчас я думаю, что у нас уже получится полный привод. На прошлых таких подъемах он включался. Подъем полной скорости. Потому что
можем не выехать. Кстати, на сей раз по нашему следу едется уже легче. Самое основное мы преодолели. Утро пили мы, сюда были только лосиные следы, не было ни людей, ни следов людей, ни следов машин. Сегодня по земле мы сюда все-таки заехали. Практически. Вот она дорога. Ну вот мы выехали на основную дорогу. Она из себя представляет достаточно хороший грейд. Вот. Хотя попадаются, конечно, глубокие лужи, но это, в общем, не настолько все страшно. Мы поехали в сторону полигона опять, будем пересекать полигон. Вот, будем надеяться, нас выпустят без проблем. Ну, если что, всегда можно поехать в объезд, но, конечно, не хочется, значительно дольше. Ну, грейдер достаточно неплох. Есть, конечно, ямки, но они вполне проезжаются, думаю, на любой машине, даже по зиме. Вот такие вот глубокие лужи, конечно, попадаются, но, в принципе, они преодолеваются легко. Там достаточно хорошее дно. Вот. Это полигон военных. То есть уже ночь, конечно, плохо видно, но вот как бы с этой стороны они там вот вовсю жахают и стреляют. И мы, как бы, можно сказать, идем в объезд этого полигона. Или через этот полигон. Потому что с той стороны, скорее всего, тоже все-таки стреляют. Вот. Мы едем как бы. Полигон идет несколько дорог, мы едем по дальней, как бы, да? Просто, на самом деле, она более раскатанная и более проезжая, потому, конечно, по ней ехать несколько проще. Вот. Вот там вот вовсю вояки стреляют. Видели какой-то указатель с этой полигонной дороги? На нем было написано «ГРИП-2». Что бы это значило, непонятно. Наверное, какая-то секретная эта самая пахалка. Секретный бункер для проведения ядерных испытаний. Иначе зачем грипп? Да, он какие-то штуки, строения там. Блиндажи, укрепления. В общем, такая нормальная военная территория. О, какая будка. Сейчас даже не знаю, как это правильно называется. Блиндаж, не блиндаж, что это? Да, вот. По дороге сюда ехали, там стояли солдаты. Вот в этом укреплении наверху. Даже не знаю, что это такое. Интересно. Вот такая штука. Дорога такая. Хороший грейдер. Что, в принципе, проезжабельная на любой машине. Но не факт, что пропустят, конечно. Как повезет на мосту. Ну, если что, можно объехать с другой стороны. Через... Серебряная или как-то так, Серебрянка. В общем, там есть объезд. На эту же самую дорогу можно выехать через деревню. Другую. Ну, это, конечно, круг. Да, вот этот гриб. Гриб 02, да. Гриб 02. Что за гриб? Да. Такая вот табличка. Гриб 02. Ну, интересно. Мы, естественно, не будем соваться в лишние места по полигону. Ну, прямым ходом. У нас нет цели тут заниматься какой-то разведдеятельностью антиобщественной. Ну, ездили в пещеру, так что непонятно, что за гриб. Вот скоро-скоро нас будет ждать уже КПП. Вот. Мы опять будем общаться с солдатиком, чтобы он нас выпустил. Будем надеяться, что выпустит. Что-то обратно чесать далековато.